В Гродненской области 27 сентября отмечено 4 очага протестной активности в городах город Гродно, Лида, Новогрудок и Волковыск. В несанкционированных мероприятиях приняло участие около 300 граждан. В Гродно их количество было 140 человек. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях и совершение противоправных действий задержано 123 гражданина. 73 в Гродно, 41 в Лиде, 5 в Волковыске и 4 в Новогрудке. В отношении 96 граждан составлены протоколы об административных правонарушениях. В отношении двух участников протеста в Гродно, мужчин 1968 и 1977 годов рождения, возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел.